Приветствую всех на моем канале, с вами Мальцева Наталья. Сегодня покажу заказ по каталогу номер один с компании Oriflame. Это уже третий заказ в этом каталоге, потому что какие-то продукты отсутствовали, когда я делала второй. И вот сейчас они как только появились на складе, конечно же, я сразу их заказала. Начнем с вот такой новиночки. Это новый парфюм. Бюджетный, кстати, всего цена в каталоге 599 рублей. Вот такая красивая упаковочка с серебристой такой каемочкой. И сам парфюм. Что я могу сказать? Первое впечатление, вот действительно дерзкий. Вот действительно правильно подобрано описание. Он очень дерзкий, он вызывающий. В нем есть такой бунтарский дух. Он такой прям сладкий, но в то же время волнительный. Очень вкусненький, классный прям вообще. И здесь получается черная фиалка, апельсин и аккорд женственная кожа. Женственная кожа вообще как бы является... очень сейчас популярна в парфюмерии. Это результат сотрудничества сразу двух парфюмеров. И эта нотка, она балансирует между сладковатым и терпким нюансом. То есть он прям такой мощный, взрывной аромат. Очень сладкий, дерзкий, классный, молодежный. Вот для молодежи прям вообще очень подойдет. Ну и цена, в принципе, бюджетная в этом каталоге. И в следующем также будет стоить 599 рублей по каталогу. Если скидочка 20%, если вы регистрируетесь в компанию, то скидочка еще 20% будет. Вот такой классный парфюмчик. Взяла я его на продажу, посмотрим. Я думаю, по такой цене вполне могут взять. Giordani Gold, тональная основа, антивозрастная. Охотилась за ней давно, наслышана о ней. Многим она очень нравится. Видела, прям по 5 штук, по 6 берут, потому что ее прям разбирают очень быстро. И на складе ее тоже не было у нас. Именно оттенка слоновая кость. Вот. И как только она появилась, вот буквально вчера, сразу же сделала заказ ради вот этой тональной основы. Попробую. Нанесла вот сюда на руку себе немного. Она очень хорошо сочетается с кожей, хорошо матирует. На лицо я еще не пробовала, только на руку. Понравилось, как на руке она себя ведет и смотрится. Очень читала много отзывов, смотрела видеообзоров, то есть люди ее хвалят, поэтому попробую, расскажу свое мнение и впечатление. Вот, ее прям я очень сильно ждала. Тем более, что у меня уже тональная основа закончилась. Тушь, эффект накладных ресниц, тоже не пробовала. Сегодня попробую. Ее и взяла на продажу. Цена была тоже 219 рублей по каталогу, по скидочке. Очень хорошая цена. Но попробую, если мне понравится эффект. Потому что подружки тоже говорили, что им нравится вот эта тушь. Поэтому попробую, посмотрим. Если понравится, оставлю себе. Тени трансформер. Стойкие тени трансформер, не знаю, видно оттенок или нет, жемчужно-бежевый. Очень красивый оттенок, у меня примерно такие же есть, но они жидкие. А эти, они вот такие, так вот оттеночек, вот так вот как-то получается. Он такое жемчужное, красивое сияние будет, такое поблескивание. Очень нежное мерцание такое будет на веках, красивое, прям нежное мерцание. Я не знаю, видно вам или нет, давайте вот как-то вот так я сейчас попробую сделать. Очень такое нежное. Наверное, не видно. Сейчас попробуем. Прям такое вот на день, на легкий, на дневной макияж. Очень классно мерцает. Ну и они стойкие. Посмотрим. По отзывам тоже вот заказала. Именно по отзывам. Людям, которые нравятся. Решила тоже себе попробовать такие, потому что у меня жидкие, они имеют свойство скатываться, а эти вроде бы такой же оттенок, но они именно в такой форме идут. Дальше помада, тоже была супер акция, по-моему, 179 рублей по цене каталога, по скидке. Стойкая матовая помада, понравился мне оттенок, по-моему, клубничный, так, вот такой оттенок. Понравился мне оттенок, как он смотрится на губах. Очень естественно, красиво. Стойкая помада матовая. Тоже по такой цене, по суперской. Ой, можно было даже заказать побольше оттенков. А самое главное, вот эта тканевая маска, ее также не было. Не было ее в наличии на складе, сейчас появилась, потому что разбирают ее очень быстро, потому что по цене 189 рублей, но это супер цена для такой маски, для такой серии вообще. То есть ее можно наносить как утром, так и вечером. Утром она позволяет
увлажнить очень глубоко кожу, выровнять тон и подготавливает к дальнейшему макияжу. А вечером она снимает усталость, освежает цвет лица, тоже подготавливает ко сну. И вечером даже эффект, говорят, более заметен. То есть на утро ты просыпаешься, у тебя кожа более посвежевшая, отдохнувшая, как после отдыха. Прям обновленная кожа совсем другая. Сегодня я, наверное, сниму видео, как я наношу эту маску, свои впечатления поделюсь. Вот так вот ее наносить, 15 минут держим, потом просто снимаем. Немножко похлопываем, и остаточки можно на шею еще нанести, и область декольте. Поэтому я, наверное, сегодня отдельное видео сниму, как я использую эту маску, какие впечатления мои именно по ней. Потому что отзывов по ней огромное количество, просто эффект вау у всех. Просто всем она безумно нравится, поэтому прям очень-очень хочу сильно попробовать ее. Так, мужской дезодорант спрей 48 часов тоже это мужу. У мужа закончился уже, и себе тоже так же закончился, с ухаживающими ингредиентами. Вот такой дезодорантик. То есть заказик небольшой, такой маленький, но вот самое главное, я очень ждала Giordani тональную основу, сегодня попробую. И вот эту масочку прям хитовую, которая супер по отзывам и по продажам. И раз ее нет на складе, значит она прям действительно супер популярная. Попробуем и покажу вам, как и что получилось после нее, какой был эффект. Спасибо, что смотрели. Следите за моими видео. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить. Всем пока-пока.